пришел, автомат не сработал, и получилось, что когда здесь красили потолки, сюда вставили губку, на провода не поставили ваги, вот видите, коротнуло. Губка набрала влагу, и фактически получилось, что получилось замыкание. Что делать в этом случае? Ну, надо разбирать подрозетник. И вот в этом уникальна наша система. Нам не надо долбить стены, не надо отделку здесь, все это нарушать. Мы просто разбиваем подрозетник, но подрозетник разбиваем только заднюю часть. Привет, господа! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, с вами Олег Кузьмичев. И перед нами армокаркас будущего монолитного современного дома iHouse Термоплюс. Ну а теперь мы видим уже и наши отлитые стены с инженерными коммуникациями. Вот они у нас, инженерные коммуникации. Здесь был заложен пенопласт, и мы его удалили. И вопрос многие задают. Как мы потом будем знать, где они находятся? Ну, на самом деле, очень все просто. Выключатели, если вот линия идет, выключатели. Вот у нас тут линия выключателей. То есть прямая труба вверх. Как мы найдем линию, которая у нас там с розетками? Ну, мы, если вы увидите, закладываем пенопласт. То есть искать ничего не надо. Единственное, если вам понадобится вот в этом месте подрозетник, вам нужно высверлить. Все довольно-таки банально просто. Часто задают вопросы, вот захочу я сюда повесить картину, например. Вот именно вот здесь у нас трубки идут, я хочу повесить картину. Да, под бетоном трубки не видно. И, допустим, мы здесь вообще их не видим с обратной стороны. А картину повесить хочется. И сейчас, чтобы понять, как глубоко эта трубка, мы померим расстояние. У нас есть арматура внутренняя, наружная и защитный слой. И давайте посмотрим, какое у нас все-таки расстояние именно для добетонной стены без штукатурки будет. Вот у нас идет футляр для электропроводки из металлопласта 20-го. Именно называется вот этот металлопласт плохого качества, прорабская труба. Для этих целей он годится. Смотрим. У нас здесь должно быть 35 мм защитный слой. Видно, не видно? Наверное, видно. Дальше у нас плюс 10 мм. Это уже 45. Плюс еще 10. Это получается 55. То есть 55 миллиметров, это мы только дойдем до нашего футляра. Электропроводка там внутри. Она не плотно здесь уложена. Дальше у нас будет штукатурка. Если у нас здесь будет штукатурка, то фактически еще 15 миллиметров. 55 плюс 15, получается 60 миллиметров. Если вы будете делать отверстие не более 40 миллиметров, то вы никогда до этой трубки не доберетесь. Для чего делаем пенопласт? Вот вставляем пенопласт, это пеноплекс комфорт, мягкий, удобный им работать, опалубка это сминается. Для того, чтобы мы знали, где у нас проходят трубки. Это будет выключатель с наружной стороны, там выключатель с внутренней стороны. Здесь у нас группа розеток с обратной стороны. Ну, в принципе, если захотеть, можно с этой стороны также просверлить отверстие, вставить подрозетник, и у вас будет и с этой стороны. Вот у нас так это все выглядит. Вот у нас они поднимаются вверх. А вот как выглядит на этой стене. Вот видите, вот они у нас внизу, вон вверху, вот еще одна вверху, вот еще одна вверху. Вот у нас в этой комнате, смотрите, все уже. Не обязательно пенопласт устанавливать там, где у вас будет будущая розетка. Еще какое-то устройство. Главное, чтобы вы поняли, у вас на этом уровне идет линия. И в любом месте можно ее, в принципе, дальше установить. Ну а теперь, парни и девчонки, кульминационный момент. Когда, извините меня за такое выражение, подкрался незаметно, в одной линии в футляре для электропроводки полностью линия выгорела. И она подлежит замене. Если бы это был простой дом, где мы кабель заложили именно в штукатурку, нам пришлось бы уже демонтировать провод оттуда, а у нас уже отделка сделана, стены покрашены, все зашпаклеваны. Фактически нам пришлось бы потолки перекрашивать, перешпаклевывать, стены перекрашивать, перешпаклевывать. И это фактически в нескольких помещениях. А если еще электропроводка заложена под плиткой, то, скорее всего, пришлось бы еще и отдирать плитку. И вот в нашем случае такой момент произошел. И хорошо, что он произошел
Я могу вам это наглядно показать. Как это произошло? Ребята забыли выключить автомат. Когда оценили патрон лампочки, забыли воткнуть туда ваги. Провода торчали, они воткнули туда в губку. Губка начала намокать, когда красили. Сопротивление начало падать, и электропроводка начала медленно вся плавиться, именно вся линия. Ну а почему автоматы не сработали? Ну, в большинстве случаев, когда начинается вот в таком виде у нас дома, мы ставим дешевые автоматы временные, и они у нас стоят, пылятся, грязнятся, и в итоге они выходят из строя. Так что их надо, если дешевые ставим, менять почаще. Ну а если сразу поставить дорогие и хорошие, то это на выброс примерно 20-25 тысяч, ну, в среднем. Итак, я вам покажу любительские съемки, как она демонтировалась. Прошу извинить за качество. Дешевый автомат не сработал, и получилось что? Когда здесь красили потолки, сюда вставили губку, на провода не поставили ваги, вот видите, кротнуло. Губка набрала влагу, и фактически получилось что? Получилось замыкание. Что делать в этом случае? Ну, надо разбирать подрозетник. И вот в этом уникальна наша система. Нам не надо долбить стены, не надо отделку здесь, все это нарушать. Мы просто разбиваем подрозетник. Но подрозетник разбиваем только заднюю часть. Вот вы видите, очень много там тряпочек всяких. Это из задней части подрозетника. Подрозетник, распределительная коробка может быть как в самих розетках, как в выключателях, или могут быть отдельные у нас распределительные коробки. Разумеется, подрозетник ставится на алебастру. И вот мы видим, мы заднюю часть высверлили с помощью шуруповерта. И вот у нас сверло по дереву. И мы видим наши трубки. В трубках тоже вставлена, если заметите, у нас тоже ткань, чтобы туда не забивался там пыль или грязь, или алебастра не попала. И вот, в принципе, вот эта линия, все, она ремонтопригодна. И нижняя, и это. Вот сейчас я вам покажу. Вот она. Вот берем ее и вытаскиваем. Видите? И протягиваем новые провода. Вот у нас провода ПВ-1. Они дешевле на самом деле еще и на 40%. И вот мы их сейчас привязали. И будем протягивать уже от потолочного подрозетника, где будет светильник, к распределительной коробке или к выключателю. Это везде может быть по-разному. Ну а теперь протягиваем вторую линию. Здесь у нас уже протяжка, она привязана. Вот смотрите. Тянем за протяжку. Даже может на коротких участках это сделать один человек. Эту линию восстановили, подачу. Смотрим, у нас лампочка горит, но у нас еще есть к выключателю. Вот мы его отсоединили, а у нас провода разомкнуты, но лампочка горит. Менять надо еще и вот эту линию до распределительной коробки. Еще раз повторяю, распределительные коробки могут быть также в выключателях, если у вас идет подача снизу, могут быть сверху. Но это, скорее всего, исключение. Далее пылесосом все вычищаем.
вытаскиваем. Ну вот у нас готовое отверстие, чистое. Если сажаете вот это все на алебастру, то такое можно выполнить. Если посадите на гипсовую штукатурку, то возможно, если будет это у вас розетка, то у вас вот этот подрозетник, когда будете выдергивать вилку, у вас вылетит. Его надо менять. Сажайте сразу на алебастру. Вот мы вставили протяжку. Вот у нас протяжка. Вот смотрите. Простым движением руки, и провода уже там. Вот все мы поменяли, все у нас работает. И вот, парни и девчонки, я вам показал наглядный пример. Заменили одну линию до распределительной коробки. Это от щитка до распределительной коробки. Дальше вторую мы заменили от распределительной коробки до подрозетника, именно светильника. Ну и третью мы заменили до выключателя. И у нас нигде не нарушена отделка. Эту тему я даже рекомендую применять в домах из газоблоков, из кирпича, из любого материала. В газоблоке намного проще с этим. Делаем штробу, вставляем туда трубу, закладываем провода. В кирпиче то же самое. Но в монолите, чтобы вам, как говорится, не нагрести проблем, надо это закладывать все сразу. У нас есть плейлист инженерной коммуникации, можете посмотреть, там много чего полезного вы для себя найдете. И вентиляция, и канализация, и дымоходы, и электрика. Все там есть. Ссылка в описании под видео, или у нас вот здесь будет подсказка или конечная заставка. Можете кликнуть по ней и посмотреть. Ну а теперь, парни и девчонки, мы видим, у нас здесь стена 150 миллиметров. И очень много споров идет, почему у нас бетон такой текучий, почему нельзя применять гравийную смесь. А я вам покажу, как мы заливаем именно стены 150 миллиметров. И у нас именно гравийная смесь фракции 5.20. С чего она состоит? А состоит она из тех же самых пород, которые вы покупаете просто щебень. Только это единственный речной, более закругленный такой это камень получается. На прочность он не влияет. Но если у вас будет именно щебень с острыми краями, то вы залить эту стену фактически, наверное, не сможете. Они зацепляются друг за друга, встают, а здесь еще армокаркас, ячейка 200 на 200. Ну, это желание было заказчика, он у нас в Европе живет, а в Европе именно, как он сказал, везде делают так. Ну, мы исполнили. Это, конечно, не обязательно. Надо ячейку делать 400 на 400 или 600 на 300. Кому как удобно, 10-й арматурой. Ну вот, чтобы вот это все залить, у вас должен быть щебень именно с более закругленными краями. Тогда он как шарики начинает в этом каркасе проваливаться вниз. И даже его очень сложно туда уложить. И это я сделаю ролик следующий, чтобы вы это увидели и поняли, как трудно заливать стены 150 миллиметров толщиной. Ребята, всех с вас лайки, подписывайтесь на наш канал. Вот наш сайт, кому нужно построить дом, кому фундамент, кому надо утепление. Все, обращайтесь, вот мой номер телефона, можете писать на WhatsApp, на Telegram. И также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем пока, до новых встреч, с вами был, на солнце хоть выйдет, чтобы не было видно, Олег Кузьмичев.